Приятного аппетита. Приступаем к ужину. Как раз время ужинать. Начинаем с морковного сока. Свежевыжатый морковный сок. Ах, пошел, холодненький. Придерживаемся правила, жидкости пьем до еды. Хорошая морковочка, сладенькая. Все сразу же уходит из желудка. Хорошо. Так, второе блюдо у нас. Салат с креветками. И это хорошо. Салатик, чтобы опять-таки кишечник работал. Было на чем размножаться микрофлоре. А для вкуса креветочку. Очень важно, чтобы была свежая зелень. Или тушеная зелень. Так, до хруста. Она способствует тому, что выделяется много слюны. На булку столько не будет слюны выделяться. А вот на зелень выделяется. Это запускает пищеварительные процессы, возбуждает аппетит, и получилось очень хорошо. Для вкуса креветочки. Как говорят немцы, забыл, как говорят немцы. Двумя словами, очень вкусно.
И организм не обманешь. Он чувствует. Если вкусно, значит, вы ему даете то, что надо. При этом важно не путать с извращенным вкусом. Тонкость. Я съедаю салат. Вы видите, салата я съедаю 2 порции. Салат, вода и клетчатка. Ну, плюс какие-то там свежие витаминчики, не без того. Как раз салат создает в желудке объем. И оказывается, что если в желудке нет должного объема, то есть стенки не растянуты желудка, человеку хочется есть, есть и есть, пока вот этот объем не будет. И одно дело создать этот объем с помощью салата с минимумом калорий. И другое дело, допустим, с помощью мяса, с помощью крахмалов. Особенно вечером. Быстренько все переварится и уйдет. Вроде бы и поел, вроде бы и наелся, но легко, хорошо и не полнеешь. Это совсем другое дело. Если вы найдите в картошке с селедкой, с камсой, вот тут уже будет эффект, что вы переели, плохой сон. И набор лишнего веса.
Если питаться, как я сейчас ем, будет вкусно, полезно, здорово, и вес не набирается. Если же будут присутствовать крахмалистая пища, там картошка с белками, с котлетой, допустим, с сосисками или каша, макароны, и тем более на ночь, лишний вес гарантирован. Как вы видите, я активно жую. Жевание очень способствует пищеварению, активации моторики кишечника, желудка, так называемой перистальтики. Вот на этом можно и закончить ужин. Если вы занимаетесь набором мышечной массы, чтобы она у вас была более-менее чистенькая, можно добавить филе рыбки, например, судака. Кстати, вот смотрите, кладут лимон, чтобы лимонным соком поливали. На самом деле, этого не обязательно делать. И даже рекомендуется не делать. Потому что у нас свои собственные кислоты, свой собственный сок, который будет выделяться. И наличие лимонного сока с мясом. Говорят, что ухудшает выработку своего сока. Поэтому не мешайте. Пищеварительной системе работать. Не надо ее там якобы улучшать. На самом деле это все идет во вред. Хороший волжский судачок.
не стесняйтесь жевать. Кто долго жует, тот дольше живет. Кстати, я ем левой рукой, для того, чтобы дать нагрузку на правое полушарие. Ну вот и отлично, прекрасно покушал. Важно отметить, чем меньше продуктов питания в одной трапезе, ну допустим, вот что я съел, салат, креветки и судачок, тем лучше пищеварение. Чем больше продуктов, ну, допустим, вот если добавить к ним еще кашу или картошку, это уже бы затруднило пищеварение, создало бы условия для слизеобразования, которое потом у нас выделяется через легкие, носоглотку. И тем самым провоцирует появление разного рода простудных заболеваний. И если мы не создаем условия, то у нас нету никаких простудных заболеваний. Это очень важно понимать. Благодарю за внимание.